течет на меня. Пизда рулю, как говорится. Давай. Как, блядь, нас? О. Поехали. 250 и протопало, а еще кольцо не докачал. Нормально. Милагр дамаг, да? Брошу рекаунт. Ага, наш. Пошел наш. Убивается. Ну так, я слышал, надо, блядь, правильно низ 100 вратиков вырубать, блядь, да? Важно, каким будет исход. Для истории мы будем героями, сражавшимися за свободу и покой своего народа. Ловите клюв, я ебаный. Ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца. Что, он дурак, как он танчит у меня? Загруз. Сегодня я ПРЛ вырезку. Да? Угу. Что, соскучился, блядь? Но... Так она изи, чё там, не ФРЛ. Я хочу хорошо ПРЛ, стараться. А я типа плохо ФРЛ, да, её? Что, тебе не нравится, как я ирелю? Да не, я просто хочу поирелить. Угу. Мне вот тоже что-то ТЛК хочется поирелить, если честно. 25-ку. Ага. Так, что-то походить, побить. Так, у тебя будет шанс, давай 10-ку поирелить. Ну, 10-ку. Что там, блядь, трешачок, да? Что за эти больших не падают? Две души нахуй. Пошли на... Ваемся, два блин. За скелетов две дают души. Нет, один. Говорю, почему не дают две, ну. Ага, ну что он большой, да? Алло, алло, блядь. Алло. Не вырывайся, блядь. Шреддера научился. Какой СЛК в субботу будет стрелять? Чё будет страшно? Он сам не знает, что спрашивает. Будем игру плоти, да? Опа, там опа, 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 притормозите. Сейчас захилю. Не падайте, это же ваша интересно. Как обновляется инст? На 25-ку и обратно, да? Либо просто... А, ну да, можно так. Ну вот так оно лучше, я не знаю, так же, в принципе, как и на циркуле, походу, Паш, не обновляется так. О, чебр летит. Ну а хули, проебывается, блядь. Блять, вот я ненавижу вот эту хуйню. Пошел в рейд, ну хули ты афкашишь, ну блять. Сука, разбейте как он, ёбаный в рот, душу надо зафармить. Да я ебу еще раз. Сука. Чуть не запиздили мобы, блядь.
Че там за базар у вас был? Че он? А че, че он? Да он сейчас, блядь, боль только спадет, нахуй сразу покидает рейд. Говорю ему правильно низ стану рубить, и он что-то, блядь. А он под ним, да? Был до этого, поэтому и сагрил, блядь, умер на. Он ж пвпшер, блядь. Он в пвп шмоте? Ну не в пвп, у него а 7 плечи, а 8. Так, раз, два, три, блядь. Пошел нахуй отсюда. Чё там по бокам, по углам вон стоят мобы, блин. Убегаем, убегаем. Блин, нахуярил ретрика, блядь, камнями. Че, мобов этих починили, что ли? Они же раньше не взрывались тут, нихуя. Всегда взрывались. Нет, тут всегда не взрывались. На этом сервере не взрывались, блядь. Пришли и сказали, хули они не взрываются. Они говорят, окей, будем взрывать. Да, лимон, ебать. Да, блядь, мне в небес нахуй забыл, что мне не в откате еще. Сагрил, потом посмотрел, что прожимов нет. Давайте сами нахуй бафы, че вы дрочитесь, блядь, построим. Четверо. Четверо. Дал каски сиди бей, блядь. ДПС никто не требует. 23 души. На кому-то одному засчитывается или всем? Всем. На циркуле в десятке, когда ходили, блядь, засчитывалось двойные души, блядь, если кто-то двое фармил, блядь. Нет. Укрежь. Эх, пришли времена, когда в десятках можно было делать квесты, блядь, на шлем, нахуй. Кто каски бафует, блядь, там, нахуй. Кто каски, блядь, раздает? Протопал, да, или кто? Я какой я ретрик, блядь, дайте кулак, у нас три пала, блядь. Ты это ретрику скажи, который не в дисе. Так я его кикнул, нахуй. Чем? Так там вообще никого в ДИСе нету. Нахуй вы мобов агрите? Там... Блять, что с танком нахуй? Что с агроу танка? Ёб твою мать. Да не с агроу, он стоит танк, просто. Я хуй знает, почему вы их бьете, блядь. Нахуй вы их бьете? Я отбегаю к танку, нахуй. И чё, блядь? Да похуй на бафы. Как тебе сказать, блядь? Похуй на плюс 500 ДПС. Да залупа это все. Надо просто бить мобов. Раскало сколько?
Я сейчас не могу календарь открыть. 8:30. Угу. Вот решил раз поиграть. Иду большого, смотрю. В принципе, должен успеть. Смотри. Ты заебал, блядь. Что там дизарм этой хуйни, блядь? Фир-фир паука. А то он будет сейчас пока нахуй. Чей фир? Ой, кокон. А тут рефрик, не знаю, сколько он, 6800. Я бы обогнал время. Камнями, ой, 6800, ну. Какой ретрик, блядь? Ну, на сумме танка таки... вообще черные магия, блядь. Какой нахуй? Он 250, блядь. С волей нахуй и камнями на РПБ. А я 251. Типа как шреддер, блядь. Че вы, блядь, печать вы меряетесь, да, блядь? Нахуй он, блядь, играл через это повиновение на совете. Пиздец. Он думает, что наносится двойной урон нахуй боссу, блядь. Да не наносится, блядь, пустую цель не проходит. Них потому что одно хп, он блядь. Думает, что эта печатка прыгает, блядь. Прыгнула в одного босса. На валиках я еще пойму, на валиках нахуй. Когда ты бьешь эту печатку, у них то общий хп. Там нас на личе, блядь, когда 20 пхами нахуй кто-то врубал эту печать, сразу ГП летел. Паладином, блядь. Ну, блядь, ну нахуй не нужна пустую цель, блядь. Бестолковый урон, который не помогает встречать, блядь. Ее убивать. Используют в трех ситуациях. На вальках, на личе. На халеона, да. На халеоне, на мобах, когда их надо зауешить. И на трэше, вот который мы сейчас бьем, вот на этом трэше. Вот, да. Паладином я на трэше гонял. Я когда-то даже тестил, блядь, переключать ее на этого, блядь, как его. На Суруфанга на этот трэш, но потом я понял, что это гиблое дело, да, нахуй забили. У меня полный, да. Помните, воец сказал, когда он валит на лече бить, когда они втроем летят в одном направлении, да, заебись. Согласен, да. О, у всех там на 50% хп есть. Трэш, блядь, и РФ. Все, нахуй. Вот все остальное время выкинь нахуй. Почему? Панели. Тут еще один вопрос есть, конечно, вальки в ИВК, блядь. Я про них тоже говорю. Их хп общее, на них тоже бить. Опять же, я так никогда не бью, потому что у меня символ, ой, у меня манускрипт стоит, блядь, не печать. Порчу. Ну, да, потому что сила прокает, 200, смысл терять. Либо, как у меня, манускрипт может мазнуть на удар героя, настакивающийся, там, плюс 20 сил. Разгонная хуйня. Почему же весь трэш зачистили? 147 душ было, сейчас у меня... 181. За игру смотрим. А ты во сколько уходишь, мастер? Я не знаю. Блять, время-то у нас мало. 3.5 часа остается. ДРТ. А, нет, наебал. Что-то я хуйню гоню, да? Это получается сколько? Так. Да, вроде 3.5, все правильно.
Так это надо Кару сходить. Сейчас пойдем Кару, наверное, быстренько. Сейчас. Я походу не пойду. Два-три захода. Блять, рыбка, блять, пойдет вам. Что он не умеет по себе прото на 10 минут давать. Да, сука, что за танк, блядь, такой конченый, нахуй, какой-то пизда, блядь. Я смотрел, кого хуя щит не кинуть, что за дерьмо, блядь. Щит, гнев, разлей лужу, долбоёб, блядь. Коконы бьем, быстро, быстро все коконы бьем. Не мобов, а коконы. Блять, за анскил нахуй нет. Блять, рот закрывает. Блять, а танчик нахуй по принципу легкой ленты. Блять, да забей хуй. Пока сами не прилетят, блять, хуй на агат. Стой, жди, пока он бить будет. Хули ждать-то, блядь? Времени, блядь, так мало. Нету у нас танка другого. Сейчас два захода сделаем и все. Бей, ёпта, молот правосудия, хуй, дубина. Ой, тут праведник. Чё он хоть бьёт там? Ничего, что у него, блядь, на танка с пухи, блядь, уйдет. Может, агро забрать? Стоя, блядь, ворвался под бурсом. Танк, штаны, блять, 15 к рейтингу пробивания брони, нахуй. 50 к рейтингу меткости в штанах. Чарку, посмотри на меня. Упал, блять. 12 к рейтингу меткости, 12 к рейтингу крита, РДДшная чарка, блять. Что-то я говорю про этот, блять. Черная магия, мог, что ли? Черная магия, рейтинг скорости, да, увеличивает на танке пушки, блять. Ну рейтинг скорости это нахуй самое нужное, как попал, ну чё. Что у него еще интересного? Не, ну я на катаклизм не слышал, там собирали некоторые униками. На титану вообще печалить? Зачем? Для печати. На броня. На печати на скил. Так какой печати? Титан вообще печалится 27 кнопок есть, блядь. Или 18. 15 рейтингов для пробивания защиты, блядь. Пробивание брони, нахуй, я ебал, блядь, вот это танк, блядь. Чё ты доебался, он не в целка идет, нахуй, он идет на трэш. Вышивка в виде рукояти меча, да? На спину, блядь. Для ДД. Ну, а это нормально. Агро хорошо идет. Блядь, да что вы копаетесь-то, ну, хватит.
Вот эти люди мне, блядь, говорят на хуйню всякую, да? Почему я должен слушать на говно, блядь, когда я вижу таких танков? Блядь, ты чумов? Понимаешь, почему ты слушаешь? Потому что нету другого танка, который будет тебе танчить, чтобы тебе, блядь, формилась души на грани. Вот и все. Только из-за этого, блядь, я его терплю, нахуй. Вот. Мы все друг друга терпим из-за того, что нам что-то с рейдов надо, блядь. Если бы нам не надо было, мы бы друг друга нахуй послали уже давно, блядь. Не сидели, не слушали, да? Вот так. Оку за оку скачать протопали. Все вышли, я хуй знает, как это проверить. Нет. Нет. Едор целка. Yes. Лимон целка. Там выйдет, ой, я выйду. Чё это тебе больше с этими коронами? Нет. Все, все вышли. Ого, ты когда обновляешь, выкидывают людей, нихуя себе. Я ничего не обновлял. А ты хуй зашел целка, блядь. Кто? Убийца гномов. Даже не кикай его, потом он будет еще минуту сидеть, нахуй, целка. 48к хп, 250 гири ебануться, блядь, там. Я не заебываю ему. Я ретрика заебал, потому что у нас духой дадашников. Угу. Все, обновляй. Сейчас он ливанет нахуй, блядь, будете. Да пошел нахуй, я сам, блядь, лучше потанчу. Лимон, если будешь агро проебывать, я так само хуесосить буду. Ну вот, на нахуй. Да какие каски тут все сдохли нахуй? Мне вот похуй, у меня есть каска и кулак вообще до пизды. Ебать, он тут еще и релит задумал нахуй. Что он и релит? Вон, блять, ретрик каски, хил каски крест, я прот. Блять, дурак что ли нахуй? Он написал, как любой паладин, что по бафам давать. Что ты-то ебался? Пиздец, вот его облом будет, блядь, кидать протопоси на 10 минут. Я хуею. Не, ну то, что он написал, это, конечно, полный пиздец. Хилкаски, кресты, это как, блядь? Сука, блядь. Короче. Пошел нахуй.
Блять, мне прям... Меня затрясло от этого паладина, что я его кикну. Лучше сам. Заведи их выше, души не будут считаться, походу. Ебать, опасно, ёбаный рот. ФДК и Ретрик. Посмотрел шамановские способности, таланты, почитал, короче. Ну, и что? Что у меня шаман, ты как-то не в курсе? Да я знаю, и что там, блядь, начитал? Ну, блядь, то, что исцеление предков не вкачано в лачдана, блядь. Серьезно? Угу. 0 из 3. Класс. Большой. Классно, а где хилы все, блядь? Ману пьет, сдох хил. Ну рейд без, стоит без прохила уже полдня, блядь. Ну, там этот друид, он как бы в сове. Топор отнимает. Нет, в коте. Друид кот. Давай хилься флешками, хули делать. Сдохнешь сейчас, блядь. Возложение себе. Лимон, а ты включил праведное, блять? Конечно. Что-то агро, блять, ты хуже держишь, чем тот пал, блять. Нихуя. Просто повиновение не бьет. Я печать просто сейчас поменял, чтобы похилить света. Сейчас смущение включил. Чей порчи? Ну, ладно, альянс смещение называется. А он только покажет. Без танка полез, ой, без хила полез.
Пошли бить. Ты посмотри, блядь, купает Т4. Охуеть. Никогда не знал. Видишь, вот. Да вообще пиздец. Он, видишь, бля, рыбки. Ему проще 5к отдать, чем, блядь, сделать какие-то телодвижения, нахуй, и собрать рейд. Охуеть, мужик. Приходит ко мне как-то Шреддер и говорит: Лимон, говорит, а как это так, блядь, получается, что у тебя, говорит, на всех мобах печать мщения, нахуй? Ты как? А на что он строил? Сама раскидывает? Я говорю, нет, это я кнопочкой тапа ее раскидываю. Говорит, а я думал, она сама раскидывала. Как я тебе в РБК заявывал за печать повиновения на боссах, а? А я в куконе. В мелизону подходите все, блядь. И все, нахуй, буду лучше куконить. Да я и в мелизоне. Заебал мне этот паук, блядь, сука. Паладины тупые, блядь. Тёха пал, что пал, блядь. Нет бы фермуть паука. О. У меня маны нет, блядь. Второй бегает куконы, блядь. Тупые, блядь. Сука, люди. Какой по всему институту стоит на месте, блядь. Дрожит от страха, нахуй. Раскрой глаза, мастер. Вчера у меня пукан загорелся, бля, я в микрофон. Да, блядь. Сейчас сегодня у тебя, блядь. Ебать, ты горишь, ты. Да сука, ну ведь, блядь, вот что, не так что ли? Может хуйню какую или чё, блядь? Да, хуйню. Это фу. Пуги, блядь, на флэ по фарме, блядь. Расслабься, это все хуйня. Сука, блядь. Ну что-то сюда идет серьезно, вот еще фласки, блядь, пить нахуй. Куда из мудак полетел, блядь? Пива, ебать. Просто трем прыгает как. Охуеть, блядь. Ну алло, блядь. Ты он наверх сейчас побежал. По лесу. Я ебу, что здесь происходит? Нормально. Аж на классике этот, блядь, да? Кровотечение на всех боссов пахали, правда? Ой, бать, смотри, лошади прибежали, люди какие-то зеленые. Осторожно. Душу набить и можно при любой выбивать для второго. Зачем Аглора? Аглора зовут. Почему? Ну, в минус соки. А ты мастерство чем добрался? Ну, есть вариант. Есть кольцо, вот у меня 10, есть его с Герой можно выбить. Есть это... Есть шея сланы 25. Шея-то есть, но есть бисовая шея с острова. Ну,
меня все. Пару камней, который рад. Мастерство. Пару камней ебануть и все. Так троллейбой тоже говно, так что. Нет, троллейбой не говно. Троллейбой топуха, он лучше Глоры. Лучше троллейбоя будет только воять. А там нечего спорить, там он топ. Воять чем лучше будет, только если меткости нет. Блять, всем он лучше будет, он уроном лучше будет. Он рассчитывается урон, да. А троллейбоя? Воятель гер. А, гер, да. Гер будет лучше. Ну, а что получше с этим танком танчить, алло, блядь, с тем лучше. Ну, конечно. Я кроблей рвона. Конечно, блядь, есть разница, или пук тебе танчит мишка нахуй, который нуб нахуй. Может ни вихрь, ни корники, либо войд танчит нахуй, мог не двигается никуда, блядь. Есть разница. В этот самый. Кто он, как там тоже? Есть еще пухи с лича 10 кил, но это как бы такие пухи труднодостижимые, блядь. Я в кокон, здрасте. Вы сбиваете кокон туда. Вот лич, гер, 270, ну да, 271. Вот минитил вот этот, он будет как троллейбой. Ну палец минитила, такая же как троллейбой. Она такая же, да. То есть считай, что троллейбой это целка 10 гер лут. Сука, не бейте мобов, я, блядь, в коконе. Не достаю. Слишком... Я вообще умер, блядь. Ебать, что происходит? Ну захиливает. Троллейбой по урону такой же, как я. О, не, Ливкового хранителя рощи. Идите быстрее. Блять, я души проебал. Только сказал, что охуенный танк, сразу вайп нахуй. Да там не то, что станы, там мозги нахуй не на панели. Смотри, ты с кого-то сосола взял, нахуй. Чё? Он там в этой гильдии начинающий, какое-то, блядь, звание у него, нахуй. А прикольно этот аддон показывает на каждого гильдии, кто какое звание имеет, нахуй. Какие звания, пидор? Почетный пидор. Мне просто интересно, откуда они знают, какие там звания, блядь. Этот аддон, он сервера не читает или как? Ну это не скрытая инфа особо. Бывалый бар Альстайл, блядь. Ого, моровейник, мастер гильдии, ничего себе. О, меня за это окольцевали, блядь. Еще раз, нахуй. Еще раз, блядь. Ну это мобам ебаным вот эти добавили, блядь, сколько мне.
Да ёбаный рот. Прикольно в армсе, короче, фармить эту хуйню, души, блядь. Один скилл, блядь, и все на всех добавки сидит. Как удар грома на всех вещи. Я же говорю, удар грома, блядь, один скилл на всех. Так я и хурики его могу нажать. Блядь, душу не получил, блядь. Сука, лимон, ты будешь агро держать или нет? Так лимон тебе при чем тут? Тут у тебя армс такой агробот. Там да. Это, там того половина вообще не срывал агро, нахуй. Чебр вообще офнулся, блядь. А, сори, ребята, на работу вызвали, понял. Где гном? Да агри, давай хуярить скелета, что ли. А я бегу. Не убьем, пока ты прибежишь. Бегу, бегу по лужицам я. Ну и хули вы не идите, сука. Пидор, мастер рот, шо нахуй, особенно или шо нахуй? Да, чё ты пуги, блядь. Сельку, блядь, мне кристаллы нужны, хули вы не идите, заебали, блядь. Так тоже нить, это пугина. Я сказал, что без анролла пидем. Поэтому можно не идти, ничего, блядь. Да, чтоб пугини с нидерами. Так ты нидишь, блядь, с этим человеком, вы два пуга, блядь, здесь. Блядь, да все. Он вар еще один нидит. Вообще-то вар знидил, блядь, перчатки. Что ты доебался? И ты вар. Это Дидорс. Алло, блядь, читай ник на. О. Дидор. Дидор на. Я вижу, да. Хули нидите. Дидор, блядь. Я зеленку на. Букву Д на П поменять будет пидор на. Ко второму проносу, блядь, первого этажа у отважного Дыгдывыча сгорел пукан, ебать. До сих пор горит, блядь. Просто огнище такое. Какой там, нахуй, как она, Игра престолов, блядь, вот этот тип, да? Сука, как его звали-то, блядь? Король ночи, нахуй, стоит у него огнище такое, блядь, вокруг горит, ебать. Как и ты, да, в огне сидишь такой и лыбишься, ебать. Ну нахуй вам паук сдался, блядь. Ой, на нахуй. Всех, блять. Нет. Сука. Фух. Шве отдал нахуй. Я отдал, ну. Нахуя в ловушку бежат. Бегут люди, блять, тупые. Да это я тупой, я ее задел. Я тупой. Так, если мы этих двух мобов добьем, у меня будет 228 душ, нахуй. Видишь, он нахуй двигается, мобов этот ебан. Двигает, нахуй. Чё это за хуйня? Я делает? Фернул его, фернул. Ебан. Смотри. Оп, нахуй. Ну как ебанутый, смотри на него, бля, чё он делает. Сука, моб ебанулся, бля. Не, ну с крабом поприкольнее было, бля. Краб, говорит, ебанулся, бля. Краб ебанулся, сука. Что, 800 душ уже есть? Сейчас посмотрим. Так. 228 душ. Ой, бля. Куда на ребра? 804. Че, еще заход, чешо? Пуле. Или ну его нахуй. Сколько ты сделал? 804 у меня. Давай еще можно.
Димон, у тебя пукан там не горит, пошли в кару нахуй. Или тут ловить, блядь. Ну, видишь, ливеры пошли, блядь. Да пошли, долго бить будем, нахуй, чтобы убирать кого-то. А вон портал Белран стоит там. Минус 2, да? Угу. Ну там пули. Получается... Мастер отработ, блядь. Мастер. Пусть не ходит, блядь, Армсом в рейд заебал. Пойдем это самое. Че ты доебался? Как он называется? Слышишь, блядь, ДК-то тогда не читал. Слышишь, Лимон? Я уже сделаю. Как, блядь, называется эта хуйня? Вот целка 10 оп, пойдем в субботу. Перед РТшкой. За 3 часа, нахуй. Это сколько? Смотри, по поводу субботы. Я вечером не смогу играть, мне нужно будет, короче, в аэропорт гонять. А днем. Часто. Днем, да, я до 10 могу, потом занят. В смысле, до 10 вечера, что ли? Да. Так, блядь, РТ-то в 5, ебаный в рот. Ну, смотри, короче, в 10 я ухожу. Ну так, блядь, с 5 до 10 целых 5 часов, представь. Ну вот, 5 часов я готов уделить рейду, блядь. Потом так, я... сука, там, блядь, 25 обычка стоит. В субботу. Гильдрейд. Ну, отлично, отлично. Вот. А до нее, я говорю, надо сходить в десятку целка. Так, маленький Му у меня забирает чешку, блядь. Бокус у меня забирает волю, да, блядь? Так надо, чтобы ты проснулся. Смотри, мы... Я постараюсь. Я души добиваю вот эти, да? У меня будет души. И потом в десятки будем ходить. Я уже буду вместо тебя танчить. А ты будешь это, ретриком ходить и души собирать. Ну да. Вот. Мы взаимозаменимся. Чё, мастер, пошли кару.